Приобрести продукты и приятно провести время. Центральный рынок Волгограда с недавних пор стал не только крупной торговой точкой. Теперь это знаковое место города на Волге, еще и популярное общественное пространство с большим количеством тематических программ, мероприятий и концертов. В эти выходные жители областной столицы смогли весело провести время и отдохнуть на базарной площади центрального рынка. Там прошел танцевальный опен-эйр под зажигательные ритмы сальсы, бачаты и кизомбы. Более 50 танцевальных пар продемонстрировали свое мастерство в танцевальных па. Среди участников и супружеская пара Станислав и Светлана Молостовы. Познакомились на занятиях в танцевальной студии. Сначала стали партнерами, а потом мужем и женой. Общее хобби стало фундаментом семейного счастья. Они стараются регулярно приходить на базарную площадь и танцевать. Раскрепощение, веселье. Это, кстати, очень хороший фитнес. Вот. Социализация, как бы социальные танцы, и очень много с людьми и взаимодействуешь, и общаешься. Да, я тоже, наверное, испытываю положительные эмоции, в первую очередь веселье. Ну и, наверное, главное – это самовыражение. То есть можем танцевать, можем проявлять себя в танцах. Стать участниками фестиваля может любой желающий. На специально организованных мастер-классах опытные хореографы делятся основами владения телом в популярно латиноамериканских танцах. На центральном рынке два раза в месяц проходят танцы по субботам. Люди собираются, танцуют сальсу, бачату, кизомбу, отдыхают, получают удовольствие. 20 августа в субботу мы снова будем танцевать здесь с 6 до 9 вечера. Каждый, кто наблюдает за движениями профессионалов, исполняющих эти зажигательные танцы, мечтает научиться таким же эффектным, безумно красивым, завораживающим движениям. Однако, помимо удовольствия, позитивных эмоций и отличного настроения, латиноамериканские танцы – возможность улучшить самочувствие и обрести великолепную физическую форму. Это отвлечение от бытовой суеты, от работы, когда устал. Очень даже неплохой способ проведения досуга, именно танцевать. Да, это способ отвлечься, как-то отключить мысли, плюс в любом случае, да, танец это, плюс тебе и физическая нагрузка, и развлечение, и плюс ты можешь пообщаться со своими, ну, друзьями, знакомыми по танцам, повстречаться с ребятами из других танцевальных школ. Базарная площадь центрального рынка стала местом притяжения волгоградцев и гостей областной столицы после того, как ее благоустроили несколько лет назад. На площадке организованы более 400 торговых мест, в том числе и для дачников. Созданы комфортные условия для покупателей, продавцов и сотрудников. На площади порядка 3000 квадратных метров уложили тротуарную плитку, установили лавочки и урны, новые светоточки, уютные гостевые зоны, навесы и системы туманогенерации. С мая этого года здесь начался сезон концертов. Перед волгоградцами уже выступили фолк-рок-исполнители, мастера восточного танца. Для них провели разнообразные интерактивные мероприятия. Евгения Журавлева, Инна Емельянова, Александр Шишин. Время новостей.